Воспитанники детского сада «Ласточка» поздравили с профессиональным праздником сотрудников предприятия «Серпухов хлеб». Ребят здесь ждали. Встретили хлебом, солью и тортами. Завод уже не первый год является социальным партнером дошкольного учреждения и помогает в решении любых вопросов. Подробности в репортаже моей коллеги Инны Шейниной. Когда на празднике появляются дети, это вызывает бурю положительных эмоций у взрослых. Так было и на этот раз, когда на сцену актового зала хлебозавода вышли воспитанники детского сада номер 48. Воспитанники детского сада и его руководитель получают от социального партнера сладкие подарки. Подшефному учреждению предприятие помогает уже не первый год. Детский сад наш, «Ласточка», это не единственное предприятие, которому мы помогаем. Это и другие школы, это и больница, это музеи, выставочные залы. Мы очень много кому помогаем. Но вот с детским садом «Ласточка» у нас особая дружба. Благодаря особой дружбе в детском саду установлены игровые комплексы на площадках нескольких групп. Отремонтирован пол в физкультурном зале. Физкультурный зал в детском саду функционирует давно, но напольное покрытие здесь не соответствовало требованиям безопасности, санитарным требованиям. Владимир Павлович приехал, оценил и сказал, что будем менять напольное покрытие. Полностью снимали все старое покрытие, заливали фундамент, стяжку новую и положили новый линолеум, который требованиям пожарной безопасности соответствует. В детском саду номер 48 есть прачечная. Стирки в саду много. Когда одна из стиральных машинок вышла из строя, на помощь вновь пришел социальный партнер. Машинка появилась у нас недавно. Машинкой мы очень довольны. Стирает она хорошо. То есть все функции, какие именно необходимы в детском саду, то есть постельное белье, ускоренный режим, экономия. Партнерские отношения не ограничиваются только материальной поддержкой. Хлебозавод и детский сад уже стали добрыми друзьями. Владимир Павлович постоянно нам оказывает знаки внимания, такие как новогодние игрушки к Новому году, торты к праздникам различным, к Новому году, ко дню учителя. Мало того, мы постоянно посещаем сами «Серпухов хлеб». Наши дети выступают с концертными программами. Один раз наши дети были участниками экскурсии на «Серпухов хлебе». У ребят остались неизгладимые воспоминания от посещения предприятия. Теперь они знают, как пекут хлеб. Меня удивило, как делали булки. Там месили тесто. И там его резали. Получались булки. И еще один важный момент. Благодаря помощи социального партнера в детском саду создана уютная домашняя атмосфера, которую чувствуют воспитанники. Я хожу в сад с настроением. И потом, когда я иду в детский сад, я смотрю прям вот как я дома. И прям мне там нравится гулять там везде. Мне все нравится.